я, Педро, мой друг. Тебя не слабо вырубило. Ты в порядке? Сколько пальцев я показал? Типичный юмор банан. Не важно. Давай свалим отсюда, где бы мы ни были. Черт, дверь заперта. Может, есть другой выход? Во, смотри. Попробую запрыгнуть по стене на следующий этаж. Привет, ребята. Мы сегодня играем My Friend Pedro. Мой друг Педро. Наверное, вы уже знаете эту игру, да? Почти все ее знают. Отлично. Вау. Вот это Нео из Матрицы. Ты глянь-ка. Какой-то дурень забыл пистолет. А вдруг его бы подобрал случайно псих и перестрелял всех. Прямо как я. Давай. Давай, подними его. Вот. Укатились. О! Вообще. Вот тена! Это же Митч Мясник. Торговля мясом для него это прикрытие операции по транспортировке нелегального оружия. А мясо в основном крысиное или голубиное. Или человечье, если ему кто-то не приглянулся. Надеюсь, я ему приглянулся. В общем, понятно. Как мне тут оказалось? А, понятно. Значит, я ему не приглянулся. Эй! Эй! Эй, босс! Сегодня все тихо! Не надо! Не надо отвлекать меня во время работы, болван! Груз готов! Почти! Раздолбай, чертовы! Я им покажу, что бывает с теми, кто решил похалтурить! Принеси немного пользы и займись тем незадачливым мешком с мясом, который распаляется в подвале! Он идет сюда. Надо с ним разобраться. На раз, два, три. Ладно, придется тебе их всех убить. А я даже рад. О, как-то было. Давай кое-что покажу. И шевелюсь. О, ребят, он сам управляет, я ничего не нажимаю. О! Видишь, когда ты фокусируешься, время будто замедляется. Да, я это уже заметил. И когда ты фокусируешься, ты можешь сделать сальто в воздухе. Ну-ка, попробуй. Я хочу, чтобы ты сделал переворот на 360.
Сашу из-за замены. Теперь сделаю полный переворот в замедленном движении, достаю приятный стальной нос, который мне подарила бабуля. О нет, только не она. Она все убьет потом. Ой. О, мне кажется, я себе голову сломал. Волшебно последний фокус. Благодаря парному оружию ты можешь выбрать отдельные цели. Расстреляй две вазы, раздели цели. О! Я сделал. Называется мистическое мясо. Выбор брон не такое мясо. Название мистическое мясо. Да, так. Да, так и есть. В старом городе всем заправляют мясо. Это типа дома для... Дома престарелых для мафиози в отставке, которым не платят пенсию. Да, уже. Есть? Что?
Я прошел этот уровень. Браво. Спасибо. Спасибо. Браво. Не слушайте этого банана. Я на самом деле молодец, молодец. Да. Ну, за это нужно поставить лайк. Мы прошли первый уровень. Второй уровень мы пройдем в следующем видео, а пока ждите. Всем бай-бай.